Возвращаемся мы на про-серию 17 сезона. Последний раунд групповой стадии по номерам 1. Ну и вторая игра между командами Impossible против команды Good Job. Карта Мираж, выбор команды Impossible. Ну и должны ребята, конечно же, выигрывать свой пик. Но хотя, на самом деле, посмотрим, как оно будет. Наяву. Меня зовут Владимир Дамас-Берешов, рад всех приветствовать. Ну и давайте смотреть, как же будет все у нас происходить на карте Мираж. Все же 1-0 счет в пользу команды Impossible. Ребята выиграли выбор команды Good Job, карту Cobblestone. Но вот насчет Миража сейчас вот ребята решат это дело. И решат они между собой. Итак, разбегаются у нас коллективы, ну и на самом деле будут ребята у нас переходить и зажимать со всех возможных сторон ту самую точку А, но вот на самом деле получится у них или нет, сейчас поглядим. Копия в центре пострелял со своим оппонентом, который начал поджимать. Увидели, немножко дали дэмэджу по Вондру, который находился в окнах. Ну и на точку А выпрыгивает у нас команда Good Job. Есть хорошие смоки. И бомба начинает устанавливаться на яму для игроков команды Good Job. Да и, в принципе, на коннектор. Я бы так бы тоже его назвал. 7 хп остается у Крейкера. Где то самое выбивание, друзья? Вот они, флешки, вот они, заход с Делпна. Оформляет кофе минус один. Вадю неплохо так накрывают. Есть хороший дым в исполнении игрока Impossible. Бомба дефьюзится. И да ладно, первый раунд для команды Impossible. В итоге последний бокс остается, еле упрыгнул на самом деле-то. Но вот бомба все же раздефьюзена. Смог, ребята, залетели. На морозе начали дефьюзить бомбу. И в итоге все, как видим, получилось. Вот так вот. Что ж, 1-0 в пользу россиян. Ну и хотят ребята снова в центр врываться. Ай, как же Свят не вовремя выходит. Видимо, наказывают его за это. Игорь принимает сделп на бомбу. Бокс также, видимо, забирает еще и кофе. Галипов погибает. Ну и последний крит остается. Здесь находится на зелени. Ну и Крейкер с СЗ-шкой довольно-таки легко с ним справляется. Ну что ж, 2-0 и закуп все же решают у нас белорусы оформлять. Правда, Крейкер один делает, бокс выходит с апартаментов. Крейкер подобрал девайс и, в принципе, может пободаться. Причем неплохо, минус бокс, погибает у нас Мондер, копи его забирает в спину с коннектора. Погибает также и Свят, вот копи законтролил на тетрис у нас Крейкера. Последний остается у нас на долпаня Кимов. Подбирает себе девайс. 1-2, кстати говоря, ситуация. Ну, а бомба движется у нас на точку Б. Ну, правда, об этом Акимов у нас не знает. Мы, конечно же, подсказывать его не будем. Я думаю, так понимаю, что это будет Б. В принципе, забивает просто-напросто на того самого игрока, который находился на. Ну, вот, аккуратненько надо, правда, ему пройти на дырку. Выходит в магазин, а, ну, а Лолипоп у нас стоит, как мы видим, на коврах. Смок на зигзаг. После чего Акимов все же решается будет. Ну и минус от кофе. В итоге
первый раунд все же белорусы берут. Хотя началось на самом деле все довольно-таки неплохо. Для команды Impossible достаточно здорово принял Крекер первого в яме. Подобрал девайс, забрал еще и бокса, выходящего с апартаментов. То есть уже плюс-минус как бы размен складывался в пользу для команды Impossible. Но вот опять же кофе, который вошел с коннектора, убил первого, второго. А так как бы все и закончилось. Крейкер агрессивно играет, за это его наказывают. В итоге на А теперь поворачивает команда Good Job. После вот такого минуса копия смог на зелень. Дальше правда на головы. Минус Игорь на Делфане. Ну и Свят выходит с пистолета. Неплохо. Давит. Минус один напарляет. Минус два. Минус три. Свят отмечает еще и третьего. Забирает. Боже мой, Свят! Это такой разрыв. Что сейчас он просто сделал? Взял и уничтожил перед собой все, что он видел. Царь. Просто царь. Ну что же, Вондер теперь свой пол у нас отыгрывает. Принимает. Центр. Попадает по Лилипопу. Появляется, зажимает троих. Оформляет бокс. Последний, кстати говоря, Вондер делает. Вот главное сейчас не забыть его поэтому. Ну, в принципе, Свят это оформляет. 4-1. В пользу команды Impossible. Ну и снова закупочка, видимо, от белорусов. Но Свят, правда, играет снова без девайса, снова играет с пистолетом. Не знаю, на самом деле, с чем это связано. Денег нет. Денег нет у него. Хотя Вондера там достаточное количество. Да ладно, убивает уже Вондера. Ой, Акимов! Просто-напросто простреливает своих оппонентов. Вондер чуть на шашлык не садит двоих, но все же попал он по Вадикю. 31 хп у него остается. Ну и 4 в 2. Ситуация уже в 1, я бы сказал бы. Крипл остается последний. Находится он на точке Б. Ну, чё-то Акимов совсем не желает посмотреть в другую сторону. Крипл тем временем выходит. Крипл тем временем вообще не парится. Устанавливает бомбу. Тут появляется Свят. Ну и оформляет минус. АВП Крекер успел, да, подобрать в итоге. АВП еще не потеряно. 5-1. В пользу команды Impossible. Но на самом деле могло бы быть все по-другому. Опять же, Свят, который своим пистолетом взлетел, который взял и развалил все кабинеты, это просто что-то с чем-то было. Исполнение данного игрока. Ну и, соответственно, счет получается таким. Вадик убивает Свята. Минус от Игоря, минус от Акимова, Крекера и Бондера. Ну и Акимов еще один минус делает в данном раунде. В итоге 6 раундов уже есть в зачете команды Impossible. Видим, пока что Крекер лидирует. Уничтожает, убивает. 10 фрагов уже сделал за 7 раундов. Ну и что хотел еще отметить, то что пинг-то человеческий у белорусов. Конечно. Я не знаю, возможно, это проклятие Cobblestone какая-то. Какое-то. На самом деле вчера тоже они играли за атаку команды Good Job. Обычные тоже действия у них были. 140, 120 и уже под конец спал. Уже надо. Ну что ж, на точку Б тем временем, пока я тут глагольствовал, выходят игроки команды Good Job. Бомба уже устанавливается. 3-3 ситуация. Свят снова заходит на спину. Свят, который замечает первого, убивает. Дальше проходит вперед. Увидел бомбу грузовика своего оппонента. Крекер должен уже помогать. Крекер, must have.
тиммейту, но тут на самом деле Свят просто сам берет и справляется со всем. Пришел Лейгер Зигзага, оформил минус один. В итоге седьмой есть для игроков команды Impossible. Да. Тут совсем нехорошо. Совсем-совсем нехорошо. Но все равно закупаются белорусы. Будет еще одна попытка. Раунд. Но вот видим, Свят немножко ошибается. Решил сыграть Рэмбо. Ну, тут не Рэмбо не совсем хорошо получается. Что ж, 3 в 3 ситуация. Проходит, ребята, на точку А. Погибает у нас Игорь под апартаментами. Мы заметили Вондера у нас на зеленке. Перетягивается Вондер у нас к Далпану поближе. Ну а Акимов будет действовать с ямы. Именно туда и отправляется. И может двоих сейчас достать врасплох. Минус один уже оформляет, но не знает, что вблизи как раз свой оппонент. И Вадя задавил, но вот АВП не подобрал. А, ВП подобрал на скрипл. Все правильно, все правильно. Я уже попутал, кто с кем играет. 7-2. 7-2. Второй раунд. Наконец-то белорусы оформляют. Здорово, круто. Добили своего, но на самом деле еще есть много раундов, которые необходимо им тоже добрать для хорошего окончания первой стороны. Ну что, проходочка вперед, Крипл уже по своим стреляет, ничего страшного нету, Свят сидит все дальше, прилетает ему гранаты, но он живет. Самое главное — это жить. И он это оформляет вообще без проблем. Крекер действует у нас коннектора, минус один уже оформляет. Свят дальше полез, в итоге вот наказали его за это. В итоге 4 в 4. 4 в 4, но вот Бондер выходит. Оформляет еще один минус. Минус от Крипла. Минус от Лундра. Минус от Вадика. Минус от Акимова. И... Поп увидел оппонента, но вот... Не убивает его. Бомба лежит. Бомба лежит на начале парапета. В принципе, должны сейчас с командой Impossible просто-напросто законтролить данную бомбу. Ничего сложного в данном моменте нету. Уже лучше, сколько у него остается. Подбирает бомбу, убивает еще и Игоря в зигзаге. В итоге Акимов один остается. И Лолипоп устанавливает бомбу на точке А. Ну, правда, Акимов, по-моему... Да, все же понимаю, что это А, и Лолипоп у нас перемещается в апартаменты. Заметил Акимов своего противника. На морозе дефьюзить бомбу собирается и... Друзья, ну что это такое? Шесть. Он даже не сдвинулся с места. Лолипоп. 6 хп осталось. Осталось, точнее, в том же раунде. Ну. Что это было? Звука не было. Нормас. Теперь мы поняли, в чем была проблема. Данного раунда. Ладно, через коннектор проходит уже команда Good Job на точку А. Ну и на самом деле там абсолютно никто их не встречает. Наконец-то Свят хотя бы первый минус уже в раунде делает. Бокс стоит у нас возле дырки. Контролит именно ее. Прилетает флешка, убивает первого, подбирает девайс. Увидел второго. Минус, кстати, вряд ли Тулипопа тем временем. Крекер забирает у нас копи. Минус игрок в пленте. Ну и бокса забирает у нас Свят. Девятый для игроков команды Impossible. И есть закуп со стороны Good Job.
тоже Вандер. Вандер, точнее, открывает первый минус данный раунд. И Крекер тут разменивается, успевает. Минус от Игоря, под фотометами находится. Спят, рывается как к себе домой. Минус один-то делает, ну. На самом деле просто в толпу, в лют. Идет с улыбкой, наверное, на лице и убивает буквально всех подряд. Тоже Игорь Якимов делает по минусу. Дальше Вондер выходит у нас в центр с коннектора. Пытается найти. Тем временем Свят оформляет. По минусу. Ну и последний минус от Свята, который минус 2 как раз оформил в данном раунде. Окей. Одиннадцать два. И 2 ВП появляется у команды Impossible. Ну и 2 ВП просто просматривает центр на самом-то деле. Ну, нам показывает Крипла, который готовится уничтожать и выходить уже. Ну что же, Свят минус один делает, Вондер сразу же прикрывает его. Ой, Игорь вовремя-то отпрыгивает. Убивает еще в апартаментах у нас Лолипопов входящего. Ну и что же, штрафует. Не, не штрафует, он кофе. У нас Вондер. 2-2 ситуация. Минус Вондер. Есть формация уже по двоим, где кто находится у Акимова. Ну, вот Акимова желательно, опять же, девайс подобрать хороший для себя. Как бы АВП вроде бы как не то, что надо. Такое мнение. Смоук. Атаки в один, и второй взлетит. Нет, кофе контролит, кофе зажимает, кофе убивает. Третий для белорусов. Есть, есть еще сила. Но, правда, уже последний раунд, как бы, за первую половину. Выгод тут надо тащить. Тут даже не обсуждается. Команда Good Job. Просто надо. На самом деле такой экшен происходит, друзья. Я просто сижу и молчу и пытаюсь что-то сказать, но тут фраг на фраге, в итоге Good Job берут и подключаются наконец-то в свою атаку, в свое русло. Но это уже поздно. Это уже поздно. На самом деле, ну, просто печально смотреть за таким. Что ж, вторая половина, которая, ну вот, надеемся, что принесет счастье для белорусов. Ведь очень необходимо данное счастье. Что ж, попыточка бокса
убить. На самом деле тут еще есть Вадя, который тоже неплохо настреливает зигзага. Крекер идет за ним. Крекер врывает просто мозг с этой головы, которую был Вадя. Минус на Свята. Крекер убивает еще и Бокса, который перед этим минуснул на Свондра. Ну и Акимов устанавливает бомбу на коннектор. 2 в 4 ситуация. Минус 2 уже от кофе. И, кстати говоря, кофе там может... Нет, уже не может. Игорь завершает последним фрагом. В итоге 12-4. Пистолетка не сложилась для игроков команды Impossible. Хорошие прыжки от Крипла, я думаю, заслуживают они неплохой лайк, здоровенный. Ну, давай, попрыгай еще. Хакимов. Первый минус фармляет, а тут копия входит в спину, минус 2 от него, третьего может забирать, да, забирает третьего, но вот Игорь очень поздно подключился, как мы видим, один... Одиношенько остается против троих своих оппонентов. Бомба лежит на зигзаге. Ее должны сейчас контролить. Крипл должен вот стрейфоваться и просматривать лежащую данную бомбу. Но вот видим, решает сыграть через подземку. У нас Форест будет играть через ковры. Вот на самом деле... Еще непонятно, в плюс ли сложится для него это все дело. Проходит потихонечку, но тут лолипоп. Видимо, уже занял. Неплохо. А вот и все же берут второй раунд. Игроки команды Good Job и... Ну, промолчу я просто. Вдруг я еще... Сейчас вот это... Наколдую. Плохие. Плохую магию. Лучше просто посмотреть, как ребята будут действовать. Ну что ж, довольно-таки неплохо продамажили у нас Свята. Правда, Свят вырывается, убивает кофе. Крипл, видим, забирает уже двоих. Перетяжка Толипопов в коннектор довольно-таки неплохо одного забирает. Ну и Акимов заметил возле коннектора своего оппонента. С ССГшкой играет сейчас. Как раз бокс забирает Акимова. Ну и бомба только подбирается от Крекера, который потихонечку продвигается в яму, а бокс стоит просто-напросто спиной к нему, поэтому тут можно, конечно же, брать снайпера команды Good Job, но правда уже надал, по-моему, шел. Бокс в итоге мы все упустили, наверное. Самый важный минус. Что ж, вообще на Б перетягивается бокс. Ой-ой-ой-ой-ой, как же ребята тут ошиблись. Не угадали. Называется сплентом. В итоге... Крекер никуда не спешит. Крекер весь всего делпна исчекал. Понимает, черт возьми. Да я лучший. Я умею угадывать. В итоге на. Все же будет устанавливать бомбу. Что ж, бокс действует зеленки. Что ж, находит крекера, но вот не попадает. По нему. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бомба стоит. Минус один уже и фармляет. Минус Вадик. Забирает последнего. Это 13-й для команды Impossible. Ну, как-то не судьба, мне кажется, сегодня для белорусов сыграть свой Counter-Strike. Почему-то вот в некоторых моментах удается, в некоторых моментах нет. В некоторых моментах пинг здоровый, в других пинг хороший, но... Не знаю. Порча. Это порча, друзья.
Жаль. Что ж, Акимов, есть первый скилл. Крекер выходит на Б. Акимов еще одного убивает. Короче, друзья, это, по-моему, уже развал. И причем быстрее всего окончать на развал. На самом деле, так плоховато говорить, но что есть, то есть. На самом-то деле. Нереально все плохо у команды Good Job. Пытается, конечно же, экономически сыграть, не дать 15 и взять. Но это будет сложновато сделать. Лолипоп в апартаментах. Есть первый минус с него. Дальше. Подбирает. Фанат Калашникова оформляет еще один минус. Минус от Игоря взлетает. И 3 в 3. Как же он попадает-то? Флешка. Открытие. Ну вот, не может все же до конца выдавить. Крипл убивает нас, Игоря в пленте. Вадик замечает в коннекторе крекера. Кимов последний остается. 1-3 ситуация. Перезарядка. Ну и первый минус есть. 1-2 уже. Подкидывает флешку. Ну, тут девайс хочет подобрать. А кофе, ну вот не слишком хорошо не удается, но вот Вадик все же закрывает последнего, это 14-6. Еще играют белорусы, еще играют. Еще могут показывать игру свою. Так, ну и Impossible через центр обыгрывают, пытаются пройти зигзаг, в итоге флешка неприятно прилетает. Игорь входит в коннекты, принимает нос, лолипот его, минус от крипла, тут же появляется и кофе, задавил он Вондра, Свят оформил всего лишь пока что минус один от своей команды, убил он бокса и... 2-3 ситуация, Свят минус него, дальше будет коннектор, двоих видит, забирает всего лишь одного, в итоге Акимов снова 2-1 остается, бомба лежит перед коннектором, подбирает он ее и двигается в коннектор, неужели никто его не видит, да, просматривает зигзаг, а там есть кого просматривать, там у нас находился Вадик, но Вадик, к сожалению, никого сумел увидеть. В итоге Акимов решает посмотреть, что у нас творится на зелени, ну и Крипл встречает его там. ...14-7. Экономический в исполнении команды Impossible. На самом деле, ребята просто не могут собраться быстрее всего. Выход в центр, бокс на приеме, кофе тоже, видимо, помогает, и Вандер, минус него, минус так, тут Акимова, Крипла видят в коннекторе, а тут приходит, Вандер начинает со спины действовать, минус уже есть, а в коннекторе замечает еще Акимов своего оппонента на зигзаге. Пытается хорошо стрелять, в итоге не совсем хорошо у него это получается. Но Вондер минусует. У нас Вадю, который приходит с Делпана. Ну и кофе последний остается. Бомба уже установлена. И кофе наконец-то домучил Акимова. Долго с ним занимался. И... Что ж. Идет кофе тащить. 1-2 на самом-то деле. Ну, вот Вондер все же законтролил данную позицию. И минус 4 делает в данном раунде. Начинал все с стака, закончил с М4-1. Вот такой вот путь Вондера в предыдущем раунде был. 15-7.
счет в матче, ну и... Ой-ой-ой, белорусов нету денег, в итоге я вижу пистолеты, ФАМАСы и юбы от ребят. Не слишком весело. Акимов первый минус делает, Игорь зигзаг хочет как-то продавить, точнее, возможно, наоборот, отстрелить. Крипл просматривает апартаменты своим диглом. Флешка прилетает, в итоге перетягивается на головы. Ну, крекер его сносит. Дальше идет проход. Минус от Бади. Кофе тоже оформляет минус. 3 в 3 ситуация. Кофе практически оформил Вондера. Не срослось с этим, как мы видим. Крейкер последний минус оформляет. В итоге 16-7 заканчивается вторая карта в пользу коллектива команды Impossible. В итоге